дорогой мальчик, представь себе, я работаю. И что самое забавное, не без пользы для общества. Я просчитал новые сутки. 7200 минут по старому измерению. Это не бессмысленно, как кажется на первый взгляд. Ибо сумерки однообразны. А ведь даже Господу Богу, создавая этот мир, понадобилось сориентироваться во времени. Он придумал сутки, ибо в них заключено разнообразие. Я предложил другую единицу времени. Один сумерок, поскольку разнообразие в мире утеряно. Мы с мамой остались в убежище под музеем вместе с ее сотрудниками. Здесь будем ждать тебя. И в центральный бункер пойдем только вместе. Вход из переулка к нам свободен. Но надо подняться по стене. Доброе утро. Собственно, который теперь час? Я не знаю. Зачем же вы звоните? Я чувствую. Утро. Вы что, включили вентиляцию? Она задыхается. Тогда наденьте повязку. Да. Спасибо. Я сейчас выключу. Дорогой Эрик, прежде чем мы все, и мама, и я, и даже ты, превратимся в песчинки мироздания, ведь все мы смертны, мы проживем еще немало счастливых часов и дней, даже в моем исчислении. Маме сегодня гораздо лучше. Мы давно так хорошо и так много не говорили с ней, как сейчас. Thank you.
вас была комиссия? Они сейчас здесь. Я очень волнуюсь. Господи, спаси и сохрани. Раздевайтесь, проходите, пожалуйста. Я должен идти. Кто старший? Я. Подойдите сюда. Сколько здесь всего людей? 12. Все на месте? Да, все на месте. А это наш гость. Нет, нет, я не претендую. У меня есть пропуск. Чьи это дети? Это все, что осталось от приюта. У меня здесь был приют, 40 детей. Они почти все погибли. То есть родителей у них нет? Нет родителей. Они все время молчат. Я думаю, что они в состоянии шока. Понятно. Ступорозное состояние. Они все понимают. Почти все. Только молчат, не могут разговаривать. Так, вы. Вот вы. Пройдите за ширму. А может быть, лучше начать с детей? Нет. Их пора укладывать спать. Почему? Потому. Как тебя зовут? Посмотри сюда. Ты меня слышишь? Счет. Так, поверните спиной. Поднимите руки. Опустите. Повернитесь. Одевайтесь. Старика позвать? Не стоит. Послушайте, доктор. Это идите дети, в сторону, они... вы мне мешаете. Вы что? Детей хотите оставить здесь? Я ничего не хочу. Я действую по инструкции. Есть инструкция. Дети только с родителями и только здоровые. Это невозможно. Вы же понимаете, что станет с ними, если вы оставите их тут одних? Это не моя компетенция. Пусть каждый занимается своим делом и не лезет в чужое. Вы врач. Это ваше дело. Они все равно погибнут. Они больны. Мы не можем обеспечить жизнью здоровых. А вы хотите спасать больных. Да поймите, если я даже выпишу им пропуск, они все равно будут задержаны на контроле. Дети без родителей. Да еще в каталепсии. Да меня же расстреляют за выдачу фальшивых пропусков. У нас же военное положение. Все. Ими займется специальная служба. А вы? Кто вами займется? В чем дело? Вы их бросите здесь, а сами спрячетесь в своем бункере. Но они придут к вам все равно, рано или поздно. Вот мертвые придут и сядут вот так перед вами. Как вы тогда будете смотреть в их мертвые глаза? Как вы сможете жить после этого? Какая служба вам тогда поможет? Сколько вам лет? Какое это имеет значение? Очень большое. Для вас. Потому что дряхлые нам тоже не нужны. Так что поищите метрику, если хотите получить пропуск, и заткнитесь. Вы мне мешаете работать. Все, что вы мне сказали или собираетесь сказать, я уже слышал. 10 раз, 20 раз, 100 раз, понятно? Подойдите сюда! Явка послезавтра.
С собой ничего лишнего. Смена белья, одеяло, продукты, если они у вас есть. Все. Я никуда не пойду без детей. Вы не имеете права. Можете не идти. Это ваше дело. Можете не ни одной сферы человеческой деятельности, которая не находилась бы в состоянии глубочайшего кризиса. Точка. Наука сосредоточилась на создании средств массового уничтожения, каждая из которых в отдельности уже была способна уничтожить жизнь на планете. Точка. Технология повсеместно уничтожала природу и окружающую среду. Точка. Абзац. Политические отношения приобрели амбициозно-параноидальный характер. Точка. Абзац. Искусство стало насквозь антигуманным и вместо воспитания занималось одурманиванием, потакая самым низменным вкусом. Ну что, могу я принять так? Было позаботиться об этом раньше. Доброе утро. Доброе утро. Я себя чувствую совсем другим человеком. Просто удивительно, какая легкость. Полная адаптация. Нужно только привыкнуть к холоду. Да, я забыла спросить, как самочувствие вашей супруги? Плохо. Из комиссии говорит про какие-то списки в центральном бункере. Я подошла, они замолчали. Иди. Не хотели, чтобы я слышала. Я очень волнуюсь, у нас же дети. Мы решили идти сегодня. А вы? Я не знаю. Я еще не решил. Да. Вот таблетки. От головной боли их нужно растворить. На полстакана. Большое вам спасибо. Нельзя смеяться над сумасшедшим. Он такой же сумасшедший, как и все остальные, не больше. Откуда этот хлам? Пытался понять сейсмограмму. Если везде война, то на них должны быть зафиксированы взрывы. А если нет? То что? То это уже доказательство. Так
доказательства. Ты думаешь, если найти доказательства, то мир воскреснет? Ты что, не видишь, что вокруг тебя происходит? Что со мной? Ты тоже не замечаешь? Знаешь, когда ты спятил? Когда? Еще до всего этого, после своих открытий, после Нобелевской. Это может быть. Выпей лекарство. Сын считает, что надо идти в центральный бункер завтра, после обеда. На контроле могут возникнуть беспорядки. Как вы думаете? Не исключено. Откровенно говоря, все это пока не укладывается в сознании. Книга была такая. Человек крот. Никто не читал. Интересно, как вы себе представляете подземное человечество? Хотелось бы узнать. Не спорю. Это серьезная моральная проблема. Но что делать? Ведь это единственный шанс, других нет. Не думаю. Я не верю, что мир погиб. Да. Вы это вполне серьезно? Вполне. Я составил логическую задачу. Пока всего 25 гипотез. Но из них каждую можно проверить. Со временем, конечно, не сразу. Да. Я читал научную книгу. Там сказано, что человек очень быстро эволюционирует. И ко всему может приспособиться. Да-да, ко всему. Нужно только, чтобы тело дышало. Кожа должна быть обнажена. Понимаете? В общем, я решила попробовать. Я уже начала дыхательные упражнения. Позвольте. Что я говорю, глупость? Благодарю вас. Да. Выпей, выпей. Станет легче. Это обезболивающее. Ну. Так.
Вот так. Ну, еще. Еще чуть-чуть. У тебя есть фотография Эрика? Ну что ты, нет, конечно. Он погиб на улице. Сгорел. Откуда ты это знаешь? Во сне видела. И все-таки постарайся заснуть. Иди. И жди. Назад на черном рынке можно было достать обезболивающее. Банка консервов, ампула. Попробуй сходи. Только будь осторожен. Сейчас комендантский час, стреляют без предупреждения. Это все, что можно сделать для Анны. А эскотамон? А что эскотамон? Это же не лекарство, это просто стимулятор. Что-нибудь известно? Пришел приказ. Эвакуация в центральный бункер. Сегодня уходим. А военные? А что военные? Неужели они до сих пор ничего не знают? Ничего. У них инструкция. И что в ней? Все то же самое. Эвакуация в центральный бункер, глубокая консервация, да много чего. Консервация – это что? 30 лет под землей, а может, 50, а может, всегда.
Все кончено. Занавес. Необитаемая планета. Этого не может быть. Называй как хочешь, нюх, интуиция. У меня нет позитивной гипотезы, но я чувствую, понимаешь? Этого не может быть. Невозможно в это поверить. Мои. Мои все сгорели. Это может быть? Я не знаю. У меня действительно что-то с головой. Может быть, даже амнезия. Я... Надо составить логическую задачу, надо найти гипотезу. Я не знаю, что. Что делать? Горный воздух и полный покой. Мне нужно лекарство, что-нибудь обезболивающее. Что у тебя? Консервы. Мясные? Мясные, армейские, хранились в подвале. Иди за мной, как ты без глупости. Понимаю. Мамой. Позвольте мне выразить вам от лица всех оставшихся в живых сотрудников музея самые глубокие, самые искренние соболезнования по случаю безвременной кончины вашей супруги. Дорогой Эрик. Дорогой Эрик. Некоторые утверждают, что дети живут радостью познания мира. Я же убежден, что в самые благополучные времена ребенок живет страхами. Для меня в детстве таким страхом был паровоз.
говорили, что малышом я видел, как паровоз задавил корову. Я не помню, но в самых страшных снах огромный черный паровоз преследовал меня. Ноги мои прирастали к дороге, и я с криком просыпался. Сейчас мне опять стал сниться этот сон. Я стою перед паровозом на рельсах, и за рычагами паровоза тоже я. Я мчусь на самого себя и ничего не могу поделать. Моя жизнь и моя наука оказались этим черным, беспощадным паровозом, которым мы наехали на все человечество. Каких только людей я не представляю себе за рычагами этого паровоза. От великого Бора до нашего президента. Но самый мучительный сон, Эрик, когда на шпалах стоишь ты. Дорогой мальчик, если что-нибудь случится со мной или с мамой, хотя это достаточно нереально, я просил похоронить нас у красного шкафа с египетскими черепками налево при входе в запасник. Вчера, после нашего памятного спора, я позволил себе набросать черновой вариант некоего послания будущей цивилизации, которое, смею надеяться, возродится когда-нибудь на нынешнем пепелище. Простите, коллега, я не совсем понял. Кому адресовано послание? Не знаю. Кому угодно. Кто-то, наверное, будет. Пришельцы из космоса. Мутанты. Мутанты. Прошу прощения, я должен идти. Очень много работы.
Я полагаю, отец, что обсуждение текста можно перенести на завтра. Пожалуй, сегодня не стоит. В такой печальный день. Пора, наконец, признать, что вся история человечества – это история затянувшегося самоубийства живой материи, которую космическая случайность наделила способностью мыслить и которая не знала, что делать с этой случайной роковой способностью. Точка. И не нашла ей лучшего применения, как создание наиболее эффективных способов тотального самоубийства. Точка. От веревки незабвенного Иуды... Это становится невыносимым. До новейшей нейтронной бомбы, генетического, бактериологического и еще черт знает какого оружия. Восхитительный прогресс. Расцвет разума. Точка. Воровство. Вот сущность науки. Воровать. И все-таки кое в чем. Совсем для нас не предназначен. Наш коллега, пожалуй, прав. Оставаясь на пещерном. Что вы хотите сказать? Что ветхие ценности уничтожены. Они оказались несостоятельными. Не изобрел, не открыл, а украл. Там. Вот сущность. Точка. Под землей мы создадим новое человечество. А в это время наши уважаемые... Дадим ему новую мораль. И новые заповеди. Ненавидь ближнего своего. Ненавидь дальнего своего. Ненавидь самого себя. Воображаю, что вы создадите. Я вас понимаю. Вам это чуждо. Вы очень похожи на моего отца. Вы, простите за откровенность, последние гуманисты, так сказать, мамонты. Что? Много шедевров собрать? А? 2-3 десятка картин, 2 сотни... Где пора? Вот и все ваши шедевры. Это за 6000 лет. Я провожу вас, отец. Вон там наверху ваш музей. А здесь жалкая фальсификация. Пора, наконец, признать, что мы фатально не состоялись. Что мы опозорились. И использовал бы сотой доли того, что дала нам природа. Если есть в космосе мировой разум, он должен смотреть на нас с отвращением и брезгливостью. Сорвавшиеся обезьяны, вот мы кто. Я требую записать это мне в послание. И близок к пониманию одной забавной вещицы, важной для всех. Работать мешает всякая чепуха, вроде... Я, например, абсолютно уверен, что действительно слышал крик дежурного оператора электронного центра. Ошибка компьютера, отмените боевой пуск. Да, именно так, отмените боевой пуск. Сказали, у нее был кофе во рту, он подавился и в общем, он опоздал ровно на 7 секунд. Всего 7. Видно, что-то есть в этой цифре, даже если отбросить банальность. Я, кстати, помню его лицо. Он прошел мимо меня в коридоре, на носу была большая капля пота. Он улыбался и на ходу расстегивал штаны.
Он повесился в уборной. Он уже точно знал, осталось 14 минут. Почему этот страшный ветер взял разбег над миром именно здесь, у нас, в нашем несчастном городе? Почему, Берри? Слушайте, это какая-то ошибка. Обещали. Вы узнать. Скажите. Вы слышите меня? Да, слышу. Но все. Генерали еще не закончили. Что? Простите. Подождите, я ничего не слышал. Что? Что вы говорите? Ребята, в блоке, они в по инструкции запрещены. Я умоляю тебя. Ведь охрана находится в твоем ведении. Нет. Уже нет. С утра введено новое положение. Охрана не подчиняется никому, кроме инструкции. Все понимаю. Но я должен быть наверху. Как угодно. Там Эрик, там Анна. Для особого распоряжения на поверхность могут выйти только покойники. Перезвоните. Понимаешь? Нет. Тебя можно вывести только через тоннель похоронной службы. Рискнешь?
Отпусти меня в детское отделение. Ты что? Он мог обгореть. Пьяные санитары стараются. Он мог обгореть, он там. Не сходи с ума. Он там, я чувствую, что он там. А ты меня не пускай. Там нет ни одного ребенка его возраста. Подожди. Я прошу, пусти меня в детское отделение. Ты не отец. Ну иди, иди. Я сам? Сам. Пропусти его. Итак, судя по всему, история человечества закончилась. Что ж, пора подвести итоги. И думаю, сделать это надо спокойно, без вульгарной аффектации. Сегодня я хочу говорить с вами как мертвый с мертвыми. То есть откровенно. Позвольте предложить вашему вниманию небольшую речь в защиту человечества как биологического вида. Это был трагический вид. Возможно, и впрямь изначально обреченный. Роковая и прекрасная наша участь заключалась в том, что мы стремились прыгнуть выше самих себя. Быть лучше, чем было положено нам природой. Мы находили в себе силы сострадать. Хотя это противоречило законам выживания. Испытывать чувство собственного достоинства, хотя его всегда топтали. Создавать шедевры искусства, сознавая их бесполезность и недолговечность. Мы находили в себе силы любить.
Господи, как это было трудно! Ибо неумолимое время придавало тлению и тела, и мысли, и чувства. Но человек продолжал любить. И любовь создала искусство. Искусство, которое запечатлело нашу неземную тоску по идеалу. Наше бесконечное отчаяние и наш вселенский крик ужаса. Вопль одиноких мыслящих существ в холодной и безразличной к нам пустыне космоса. Здесь, в этих стенах, прозвучало много слов ненависти к человеку, презрения к нему и насмешек. Но сегодня я не брошу в него камень. Нет, я скажу так. Я любил человечество и люблю его сейчас, когда его уже нет. Еще больше. Именно за его трагическую судьбу. И я хочу сказать вам, коллеги, я хочу сказать вам, я люблю вас. Для каждого свой скачок сознания. Возможно, это мой. Я хочу, чтобы вы это знали. Сейчас я уйду в свою комнату, и для меня все кончится. В конце концов, мы взрослые люди, и смерть не так уж страшна. Когда погибло, все. Все же, послушайте, неужели вы... Мой сын понял меня и простил. Надеюсь, и вы поймете меня и не осудите.
Позвольте мне. Выразить самые глубокие, самые искренние соболезнования по поводу безвременной кончины вашего отца. Я никогда не встречал человека, который бы так действительно так преданно относился к искусству. Вы вполне можете... таким успехом. Да что астрологи? Любые гадалки, прорицатели. Ведь предсказывают, и это доказано поразительно точно. Какие еще возможности? Все начали. Часа решил уравнение Дана Купера. Тебе это, конечно, мало что говорит. Но мой институт бился над этой штукой лет 30. Или даже более. Что-то происходит с серым веществом моего мозга. Мне нужно всего 11 таблиц. И я смог бы, наверное, просчитать вероятности дальнейшей жизни живой материи.
удалось достать только 3. Оказалось, что военные справочники теперь бесценны на черном рынке из-за толстых картонных переплетов и натуральной бумаги. В автономных системах отопления они дают больший жар. Как видишь, литература теперь просчитана с другой стороны. Последнее время мне снится один и тот же сон. Бутылка содовой воды, которую я не допил. Отчего? Детей не взяли. Я решила привести их сюда, к вам. Вы правильно решили. Конечно. Вы не представляете, что делается в центральном бункере. Столько людей. У меня пропуск только на одни сутки. Я должна вернуться. Понимаю. Да. А пастор? Его уже нет. Нужно немедленно уходить. Собирайтесь. Я же остаюсь, вы знаете. Что ж, нам очень жаль. Прощайте. Я сейчас приду. Я принесу дрова. Я сейчас приду. Вы что, мне не верите? Давайте спать. Уже поздно.
вы, Эрик. Я давно хотел написать тебе о той сентябрьской безобразной ночи. Ты вошел, когда мама кричала и ударила меня по лицу. Юность не способна к милосердию и пониманию. Но анализ присущ ей. Пусть он поможет тебе понять. Я всегда любил и люблю маму. А мама меня. Все остальное пыль. Сегодня, по моему летоисчислению, седьмые сумерки первого месяца снега. Значит, сегодня Рождество. В этот вечер вы должны помнить это. Люди всегда старались порадовать друг друга. Сделать подарки. Угостить чем-нибудь вкусным. Или просто посидеть в тепле. Поговорить. А потом все выходили на улицу встречать первую звезду, помните? И тот, кто видел ее, бывал счастлив. И все его желания сбывались. Вот мы тоже пойдем сегодня встречать первую звезду. Вот и снег пошел. В этот день всегда идет снег. Да. Ну что, зажжем елку? Ну вот. Теперь у нас уже совсем настоящая елка.
кажется, что усилием воли и тем, что я опять нашел некую цель в жизни, мне удалось подчинить себе свой собственный, ставший ничтожным теперь организм. И еще очень важное. Эрик. Мальчик мой, не бросай меня в этом мире. И было это на шестой день от начала гибели мира. Отвела их Тереза в другое место, как и было предсказано пастором, и оставила их там, а сама ушла. И принял их человек, не назвавший имени своего. И снова сбылось предсказание пастора, и старший из детей записал об этом в свою тетрадь, как учил его пастор, и записывал все, что случалось во все дни до Великого Дня Исхода. И было так. В день Великого Праздника Рождества он собрал всех у елки и зажег свеч, и учил он их, говоря так: «Запомните, мир не погиб». Так он учил их. И повел он их вечером смотреть первую звезду. И сказал: «Смотрите, будет сейчас звезда». Но не было звезд на небе, и возгустилась над миром тьма. А ночью этого дня он лег возле топки и уже не вставал. И сказал: «Я скоро умру». Так он сказал. И тогда старший из них подошел к нему и спросил: «Можно я задам тебе вопрос?» «Спрашивай», — сказал он. «Нет», — ответил старший из них. «Мы знаем, человек всю жизнь врет, но перед смертью говорит правду. Мы подождем, пока ты начнешь умирать». «Спрашивайте», — сказал он, — «уже время». И подошли они все к нему, посмотрели ему в глаза. Старший из них спросил: «Ты правду сказал сегодня? Ты веришь в то, что ты сказал?» «Идите», — ответил он, — «идите, пока хватит сил. Ибо пока человек в пути, есть у него надежда».